Алтай. Сердце Сибири. Живописные виды Алтайского края с высоты птичьего полета. Теплые степи, величественные горы, жемчужные озера и реки. С этого начинаются презентационные видео. Журналисты телеканала «Толк» несколько недель подбирали характерные приметы и черты нашего региона, чтобы жителям края о них напомнить, а гостей удивить. Очень хотелось поиграть с образами воды, текущей воды, перейти от сил природы к человеческой силе, которую демонстрируют гребцы. Разумеется, в финале это очень было сконцентрировано, но даже несмотря на то, что мы это даем штрихами, мы вот сам этот посыл до зрителя доносим. Работать над таким проектом было непросто, но интересно, ведь подобного в истории края не было. Алтай впервые примет у себя, по сути, финальный квалификационный турнир для отбора на Олимпиаду в Токио летом 2021-го. По словам авторов, это был журналистский вызов – за короткое время представить регион и рассказать о специфике самого канала. Его преимущество – глубина, а это помогает спортсменам. Возникает чувство легкости, отсюда именно вот этот легкий грибок, который всегда всем желают перед стартом. Barnall Regatta venue was established and raised a plied of canoe racers. И еще раз выражаю благодарность, что именно мой голос выбрали для озвучки этого фильма. Потому что для за перевод и озвучку ролика отвечала преподаватель английского языка Яна Филиппова. С грибным каналом она сотрудничает с 2018-го, с первого Кубка мира в Барнауле. Работала переводчиком, участвовала в переговорах, училась на ходу. И вот именно в тот момент начался мой личностный рост, мой рост как специалиста-преподавателя. Это было непросто. Я впервые работала в такой тематике, и мне пришлось выучить многочисленные термины. Мне пришлось запомнить, что гребля – это не rowing в данном случае, а canoeing. Совсем скоро на Алтай приедет почти 20 тысяч гостей. К такому масштабному мероприятию регион готовился несколько лет, и сейчас подготовка входит в финальную стадию. Кубок мира пройдет с 20 по 23 мая. Анастасия Драган, Александр Антропов, Алексей Фризин. День с толком.